Здравствуйте! Сейчас будет короткое видео о доказательствах работы нейтроников, то есть защитных микроантенн, которые уменьшают во много-много раз негативные воздействия от ВЧ и СВЧ излучений на организм человека, ну и, собственно, любых животных и растений. Вред сотовой связи, Wi-Fi тем более, вышек ретрансляторов и прочих СВЧ и ВЧ излучений разумные люди прекрасно понимают. Но большинство людей нет, поскольку они зомби, они не поймут это никогда. Они упиваются возможностями тыкаться в смартфоны круглые сутки и радуются удобством и наслаждением. Моя же данная информация не для них, а для вменяемых разумных людей. Для тех, кому дорого их здоровье и здоровье членов их семей, тем более здоровье их детей и внуков. Защита от СВЧ-излучения все же есть. Это факт. Много видео об этом у меня на канале было. Я оставлю ссылки вам на целый плейлист о СВЧ-ВЧ-излучениях, защите от них. Там полная доказательная база. Ну а вот эти наклейки, которые являются микроантеннами трехслойными, некоторые умники считают обманом и пишут об этом под всеми видео о них. Таких глупцов и негодяев я банил и буду банить впредь, предупреждаю заранее, честно и открыто. А вот 46 научно-исследовательских институтов полностью подтвердили за 25 лет выпуска нейтроников их работу и эффективность. Сейчас же я покажу вам очень показательные отзывы. Начну с отзыва одного парня про его два смартфона и проблем с ними связанных и что у него изменилось после наклеивания на них вот нейтроника. И закончу профессорами медицины и техники, что они говорят, а также одного товарища из Роспотребнадзора. Так что для пытливых умом будет интересно. Да, сразу скажу, особое внимание, купить защиту, потому что будут спрашивать. И опять, где купить? Хотя я всегда говорю об этом в конце видео, да и просто по умолчанию под каждым видео то, о чем человек говорит, ссылки всегда человек дает. Это правило Ютуба и соцсетей. Но люди пишут вновь и вновь, не смотрят до конца, поэтому говорю сейчас, для этого в начале сейчас говорю, купить защиту от электромагнитных излучений, от ВЧ и СВЧ вы сможете, перейдя по ссылке, которую я оставлю под этим видео, либо зайдя на сайт наш, продукты от Фролова, можно в Яндексе набрать, или сайт nadgard.ru. Проще по ссылке под видео зайти. Там будет такая ссылка, нейтроники. Их три модификации, две наклейки, одна антенна от мощных СВЧ защиты. Так вот, а по видео о вреде СВЧ и защите от них целый плейлист, ссылку тоже оставлю. Также оставлю по ссылкам важные материалы, в том числе книгу Минина 74 года, про электромагнитную безопасность и ПДК. Все было известно еще 50 лет назад. Да, и скажу наперед, по аналогии, кому логика не знакома. Когда-то, на заре, так сказать, атомной промышленности, в 50-е годы, в начале, ученые и все люди думали, что атом, тем более мирный, безопасен. Кто не знает, на ВДНХ был павильон, где демонстрировали мини-атомный реактор. Водили туда пионеров смотреть, прям заглядывали сверху, видели, как все светится. Потом удаляли и фундаменты вывозили и так далее. Когда поняли, к чему приводит радиация, ее не видно. На запах и вкус она неощутима, однако она вредна. То же самое с ВЧ, излучениями. Кто бы как не хотел в это верить, даже если эта вера у человека идет, выливается ценой глумления над разумом и здравым смыслом. Да, в самом конце этого видео будет подробная информация дана мною, как купить и заказать в любые страны мира, и что мы отсылаем в любые страны мира наши продукты, товары, приборы и так далее. Не будем терять время. Итак, смотрите первый сюжет, где парень на выставке у наших сотрудников купил очередные нейтроники, хотя раньше он их покупал, и вот почему он купил их вновь. Это очень показательный пример. Таких отзывов приходит текстовых сотни. А всего сюжетов будет 6. Итак, первый. Меня Дима зовут. Так, я вот купил китайский телефон, не буду говорить какую марку. Вот у меня руки стали сохнуть. У меня тонкокостная структура, я очень слабенький как бы и быстро негативное влияние чувствую. Вот у меня ломило кости. Так. Я вот нейтроник просто нацепил, кости ломить перестал. Причем это второй китайский телефон, от которого у меня ломило кости. И вот первый раз перестал, и второй раз перестал. То есть я могу хоть 5 часов, хоть 10 его в руках держать, и у меня ничего не болит. Вот то, что я получил, почувствовал от этого нейтроника. Здорово. Скажи, пожалуйста, откуда ты узнал о нейтронике? От Фролова Юрия Андреевича. Вот, это его роликов еще давно. Я у него покупал, помню, 5 нейтроников сразу на всю семью. Я когда еще вспомнил, на Wi-Fi точку поставил нейтроник, никого не предупредив, мы просто вот напряжение в семье стало меньше. Просто психологическое давление. Ну,
мы как-то вот помирнее друг с другом жить стали. Вот как-то так. Ну что, интересно, а теперь второй сюжет. Профессор Дронова, она доктор медицинских наук, говорит о нейтронике. Послушайте, что. Когда мы работаем на мобильном телефоне, изучая, что происходит с этими точками акупунктуры, мы видим резкую блокаду импульсов. Иногда в 2-3 раза, иногда почти полную блокаду ни одного импульса. То есть явно здесь идет на очень глубоком интимном уровне, на уровне межнейронных связей центральной нервной системы. И после того, как человек поработает с защитой нейтроника, мы видим восстановление функциональной активности этих же точек акупунктуры. Это поразительно. Это очень интересно. Хорошо, теперь один пример из 46 научно-исследовательских институтов о том, что полностью безапелляционно доказана эффективность нейтроника как защита от ВЧ и СВЧ-излучений. Совсем кратко, посмотрите, говорит руководитель лаборатории неионизирующих излучений Роспотребнадзора. Внимание. Нейтроник. Устройство, разработанное предприятием «Волкон». Нами были проведены испытания этого устройства и доказана его эффективность в отношении электромагнитных полей СВЧ-диапазона, а также электростатических полей, создаваемых видеомониторами персональных вычислительных машин. Теперь четвертый сюжет. Ну, кто-то здесь скажет, что эти тесты, так сказать, ненаучные. Да, абсолютно точно. Эти ребята просто прислали вот бескорыстно этот сюжет, ну как бы в знак благодарности моему коллеге Тюняеву, изобретателю. Вот такая демонстрация на физическом плане, как влияет сотовая связь на мышечный тонус. И как та же сотовая связь, телефон, воздействует, когда на него наклеен нейтроник. Ну и без телефонов, вот что называется, три в одном. Посмотрите. Мы хотим показать метод, работающий, показывающий, как работают ваши наклейки на телефоне. Он практический, то есть у вас там есть метод научный, у нас он больше для обывателя. Меня зовут Алексей, это Стас, мы сейчас будем на нем показывать. Основа метода заключается на мускульном тесте. Стас, вытяни, пожалуйста, руку. Сопротивляйся сильно, сильно, то есть максимальной силой сопротивляйся. Угу. Хорошо, все. Теперь мы берем телефон с наклейкой. Вот, видно, телефон с наклейкой. Стас, подержи, пожалуйста, телефон с наклейкой. Достаточно 5 секунд. Это включенный. Вот он включенный, он в работе, то есть он работает, все с ним хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь то же самое проверяем мускульным тестом. Давай, Стас, сопротивляйся. Ну, сила немножко слабеет. Вот телефон без наклейки. То есть видно, на нем нет наклейки нейтроника, если Стас его подержит. Также 5 секунд. Вот он включенный, все, он работает, сеть ловит. Раз, два, три, четыре, пять. Достаточно. Теперь проверяем такой же мускульный тест. Сопротивляйся, Стас. Сразу уходит. Сила теряется. То есть это доказывает, что нейтроник работает. Даже при условии того, что телефон, на него никто не звонит. То есть он просто находится в руке. Тем самым он сажает наш организм. И теряется сила в руке. Вот такой вот простой метод. Пятый сюжет. Профессор Николаев рассказывает о результатах своих исследований. Так вот, использование аппарата нейтроник или устройства нейтроник, этого простого аппликатора в первую очередь, позволяло уже к исходу первого часа активной работы с мобильным телефоном или монитором компьютера уменьшить и приблизить к границе нормы вот эти показатели активности всех функциональных систем. Причем достаточно активно реагировала именно лимфатическая система, она первой возвращалась в пределы нормы, статистически достоверной для данной группы, и из других систем, в первую, вернее уже во вторую очередь, такая реакция имела место для стволовых структур мозга, центральных механизмов регуляции, и к концу рабочего дня, вот как я уже сказал, до 70% из группы обследуемых давали нам
практически показатели, характерные для здорового, нормального человека. Ну и последний, шестой сюжет. Послушайте вот эту женщину. Таких историй сотни. Была у нее травма головы после особой чувствительности ко всему, к электромагнитным полям, я имею в виду. И вот сотовый телефон она использовать просто не могла физически. Ей было просто больно. После использования нейтроников у нее перестала болеть голова. Я уже 13 лет, поэтому нейтроником пользуюсь с основания. Что я заметила? Так как у меня серьезная травма головы, я вообще по сотовому телефону разговаривать вообще не могла. И я им сказала, пользуюсь там самым последним из всех представителей России. Но когда появился нейтроник, то, конечно же, самое большое спасибо для меня было. Нейтроник в доме, на телевизоре, на холодильнике, на телефонах у всех, у меня, у мужа, у свекрови, у свекры, у всех. То есть, не знаю, лучшего применения вот, защиты от электромагнитных излучений я пока для себя не нашла ничего. Ну что, посмотрели? Надеюсь, вывод разумный любой человек сделает вполне. Если у вас есть какие-то сомнения, хоть малейшие, хоть 1% из 100, под видео ссылки на все. Начиная с учебника Минина 1974 года «Основа основ», вплоть до американских честных исследований, наших отечественных, вплоть до Совета Федерации, когда дошли с этой бедой, этой проблемой. В общем, захотите изучить, поймете тогда, а не поверите. Верить не надо, надо знать. И еще, никаких мнений быть не должно. Не пишите свои мнения, должны быть только знания. Под мнениями люди глупые пишут свои желания, а желания не имеют никакого значения и никакого отношения к истине. Истина в данном случае – это биофизика и биохимия. Все. Проблема есть, она огромна, но есть и защита. Хотите защиту, у вас есть такая возможность ее приобрести. Неподдельные нейтроники, настоящие. Вы можете купить у меня на сайте nadgard.ru. Ссылка на эти нейтроники и прочие ссылки, о которых я сегодня говорил, еще раз напоминаю, под этим видео. Ну а на этом на сегодня, пожалуй, все. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил, и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся, и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите. А мы вам спокойно вышлем, если работает Почта России у вас, наш товар, ваш заказ в вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.